Теперь мне что-то плоховато слышно. Так, мы открыли в прошлый раз новую локацию, да? Да, мы вот тут прошли. Все, китайское такое. И куда-то попали в хэллоуинский какой-то дом. Так, комариное болото. Пару дней назад не в ритм. Обычный или N-версия? Это назад. Нет, давайте обычный пойдем. Сейчас-то можно говорить, что за игра в субботу? Насчет этого мне еще не ответили, но я и так могу сказать, что за игра, но не факт, что она будет. Просто мне еще так и не одобрили. Игра называется Dominance. Я ее даже показывала на стриме, прапор. Ты, походу, про вафлил. Блин, сейчас еще вспоминать надо, как играть. Музычка тут прикольная, да, чат? Теперь ждем рекламу от OnlyFans. Ага. Я немного тягаю, да много-много. У нас распогодилось и солнышко, еще плюс 15. Жди завтра в Москве эту погоду. Да мне-то что, я дома сижу. А! Блин, ну как так? Блять! Жадина! Жадина! А тут надо в ритм, что ли, фигачить? Я что-то не поняла. Ну-ка, Дазик, расскажи мне. И чё, Коджин меня сегодня не любит? Сейчас мы тебя запишем. Так. Чё, Коджин? 6+ тебе. Записала. Музыка, кстати, реально из Маугли напоминает. Но здесь нет, типа, ни жизни, ничего. О, Деркус любит, нормально, красавчик. Чего? Это подстава, белочка. Спасибо большое за рейд. Всем здравствуйте, кто меня не знает, Елена Кики. Я люблю белочку. Белочка, спасибо за рейд. Слюнявых тебе. Рейд от какуна. Почему какуна? А мы, у нас тут заказ, короче, игры. Один из зрителей решил поиздеваться надо мной. И хочет, чтобы я адски горела, страдала, кричала, ругалась матом. И вот мы играем. Только начали. Я вспоминаю, как играть в Краша. Я... Нормально. Все нормально. Да. Стример белочку поймал? Возможно. Есть. Нормально. Нормально. Так, давайте вот это вот так сделаем и постоим, подождем. А, привет, доктор, доктор Хо, доктор Ксо, доктор Ху. Привет, Вилла Пулс, привет. Привет, Овна, привет, Костик. Получается, я вовремя пришел на начало, да, как раз вовремя. Пожалуйста, быстрей, быстрей, опа. Ну, о, да. Так, а вот это сложно сейчас будет.
Так, все нормально. Так, тут надо прыгнуть один раз. Один. 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 Совсем один. А! Один. Все, нормально. Ебой. А с ними драться или лучше пробежать? Он стреляет или нет? Что этот чувак делает? А, надо в него залезть. Он меня куда-то пульнет. А куда? Куда-куда? Войди в него. Вхожу в тебя. Так, сохраненочка. Отлично. Ой-ой-ой, извиняюсь. Есть. Знаете, высокопрофессиональная Кикуля. Все-таки помнит, как играть. Так, попробуем. Нет. Отбой. Почему-то не получилось. Так. Ну, хоть не сначала, и то лучше. Чат, все ок. Все ок, чат. Воу, щит. Блин, прикольно, пианинка. Так, нормально. О, барабан, ля, классно. Да ну. Да ну почему? Вот. Ах ты. Да ну, вот это подстава. Ладно, сейчас я сяду поудобнее, чат. Сейчас я соберусь. Давай. Сколько у меня жизней? Как там смотреть, сколько у меня жизней? А, вот одна, блин. Блин, он как будто меня обнимать хочет. Так, у меня есть еще одна жизнь. Даймон, здравствуйте. Ванечка, 50 на 50, да? Ну ладно, живи сегодня. Да блин! А вот тут как... Нахрен, блин, козел. Привет, Ваня. Есть.
А это нормально, что я с открытым ртом играю? Я, походу, волнуюсь очень. Я замучена. Я сегодня проснулась, я в нос разговаривала. Потом я все, короче, у меня еще на волосах, с волосами беда. Как это, как домовенок. Я потом разбиралась там с рекламой, всем отвечала, доставала всю свою статистику, там всякое такое делала. Потом я сидела, настраивала звук, потом то, потом все. Потом я приготовила покушать, покушала. Потом опять начала настраивать звук. Короче, я с ума сошла. Че, чат, короче, как по звуку, нормально? Или вы не видите разницы? Бляха-муха! Нормально все? Давай. А че ты? Ой, мне тут сохраненку дали, чтобы я не мучилась. Ничего себе. Бам! Козёл. Ну, нормально. А жизнь они мне не захотели дать, да? Я в прошлый раз ее не взяла, а в этот раз они мне не дали. Жесть. А зачем вот это? Интересно. Так, сохранен очка. Я пришел к вам с кухни, на которой провел почти полчаса и готов слушать голос Эленьки. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, а как тут менять? Ёк-макарёк. Ага. Блин. Чё-то не поняла прикола. Ладно, тут жизни хотя бы не считается нормально. Ты готовься клепать. Ну видите, он Ваня говорит, что я замученная. Может и не это. И не будет таких моментов. Может я буду сосредоточенно играть. Ай, да не, нет. Ни хрена себе, как это вышло. Ага, интересно. Фу, есть. Есть чат, есть. На жопке шерсть. Ага. Два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Пока не взрываем, потому что здесь может быть жопа. Ух ты! Блин!
Блин, возвращаться или... Не, ну его нафиг. И так сойдет. Буду клепать фейлы замученной Элли. Это всегда при выходе более-менее известной игры, все ее стримят, только это того не стоит. А, вы про Overwatch? Да. Бляха-муха! Я же видела. Да ёб твою мать! Ладно, давайте сделаем вот так и вот так. Все. Остальное так взорвется, когда я зеленый взорву. Так, чего? Эля, как такое в рулетке сделать, чтобы перед заканчиванием предложения говорить «ня»? Ну, в рулетке выбить надо. Жваха, мы же добавляли это, или ты просил мяу? Мне кажется, ты не просил, да? Или просил? Я уже не помню. Воу, щит, бич! А как вот это... А, снизу надо. Ух ты, блин. А как вниз? Да, кружок. Прежде чем Эля поняла, сдохла 3 раза.
Я пытаюсь, чат. Да, я переделала топ-место теперь. Ну, он был большой и много места занимал. Вам так, может, больше нравится, чат? Или предыдущее было лучше? Твою мать! Не то нажала. Новое всегда хорошо, а это хорошо. А чё по звуку? Блин, опять. Да, не ту кнопку нажала! Меньше места занимает, так что good. Угу. Часов спустя. Ай, не могу. Здорово, варьер. Я даже не собрала всего лишь 11 этих сундуков. Надо ему скин поменять, что-то мне пиксельный больше не нравится. А, меня вдвое в списке, я же говорила, что ты там неправильно никнейм сделал. Так, а облики. Что у нас тут есть? Скелет, снайпера. Реальный апгрейд. Ух ты какой. А, эти у меня недоступны. Это старый, который пиксельный, да? Блин, не хочу пиксельным. Что за звуки? Этот провод, что ли, или нет? Почему же, который стрим, не приходит оповещение от Твича о стриме? Не знаю. В Дискорде-то есть же. Бери леопардового. Сутенера? Ну, давай. Так, нет, девку я не хочу менять. О, это Дина! Блин, Дина, чувак, я так соскучилась. Ёлки-палки, как же я проголодался. Стоп. Чем это так? Пирогом с дохлятинкой. Супом из многоножки со слизняками. Тушеной летучей мошатиной с гуанамоле.
Так, так, что это у нас? Устали уплетать мерзкую жижу, которую варит папаша Бэтфилд? Тогда бегом в закусочную Динго! Привет, Шиди. Предупреждение. Продукция закусочной Динго не является пищевым продуктом. Побочные эффекты могут включать в себя усталость, вонь из-под мышек, приступы безрассудной смелости, навязчивые мысли о дядушке, повышенный аппетит, пониженный аппетит, чувство чего-то там. Короче, дохерища всего. Эй, ты, а ну, кыш с моей закусочной! Предупреждение. Я обильную рвоту. Классная жрачка. Подождите, я играл... О, я за этого играю? Охренеть, лям крутой. Ля, класс. А что мне с ним надо делать? Крестик? Что тут делать, чат? Чё-то я не вдупляю. Он не стреляет. Стреляет. Jump on a TNT crate. What am I? A bandicoot? Так, стоп, мне надо наверх подняться. Поднимите меня наверх. Не, нельзя. Блин, я там столько пропустила. Блин, прикольно. Shit. He'll get every last one of yous. А что надо делать? Тихо, 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 тихо. Прикол. Только мне вот тут теперь нечем выстрелить. Блин, руина. А если я просто засосу? Нет, засосать не получится, да? Обидно. Посрала жизнь. А я туда пролечу?
что у меня животик болит. В глаз что-то попало. Лошары. На самом деле они очень-очень круто обновили Crash. И в плане графики, музыка вообще кайфовая. Но при этом не потеряли своего стилечка. Да что такое? Лошара, я немножко самочувствие, да, потихоньку. С утра проснулась, правда, в нос разговаривала. Ебай. Как у вас прошли вообще сегодня дела? Сейчас в краше согреешься? Да я согретая чё. Я, правда, из-за лекарства могу быть немножко тормозной. Да ну... Серьезно. Так же хорошо шли. Блин, еще и так далеко. Прикольно. Говняки добавили, обещали добавить аж в патч, ее так нет. Ну, может, она на следующий этот сезон, как вариант. Потому что я же говорила, маленьких легенд добавили слишком много. Господи, как я смогла-то. Сама даже не знаю. Ага, поняла. Так, а для чего тут бочка? Бочка явно для чего-то. Тут надо что-то разрушить.
Да вроде нет, странно. Устал сегодня, сил нет вообще. Ты же спал, ты же вчера ушел рано. Или ты не спал, нифига. Ты, кстати, сделаешь сегодня? Че я просила тебя? Зачем было тогда писать про нее? И чем больше они добавят, тем больше у них денег будет. Ну вот, как раз таки надо выжидать момент, чтобы нормально можно было фигакнуть. Что-то не понимаю я. Так. Да ну! Там бочка была, я не увидела. Лол. Чего, я рано в 11, как обычно, ушел за 5 минут до конца стрима. Ну, и ты не выспался? Я не вижу никаких коробок. Вообще ничего не вижу. Зачем здесь сделали вот эту бочку? Понятно, ну ладно. Привет, Васап. Как твои делишки? Минфестрея, здравствуй. Как и у моей малышки? А кто твоя малышка? Ой. Так, а тут как? Тут надо... Вот так, да? А, стоп, нет, надо назад. Назад надо. Отлично, жизни удали. Летим, летим, летим. Летим, летим. Бляха-муха. Господи, я хз, как я это делаю. Но как-то я это делаю. Давай, сбрасывай. Ну, сбрасывай. Ну, что ты? Неопытный какой, а? Сбрасывай. Ля, не сбрасывает. Вот жук-пержук. Блин, а чё он не сбрасывает? Блин, да ну. Давай, сбрасывай сюда. Нет? А чего так? Тут же надо разрушить эту хрень. Во. Не знаю, зачем, но я ее разрушила. Она ничего не дала. Жесть. Прапор, твоя малышка? Оу, щит. Вазап. У меня для тебя плохие новости. Я также только встаю в 6.15, только дома я не в 6, а в 9. Ну, спать-то ты идешь раньше.
Вы меряетесь, кто больше спит? Ну, да нет, просто обсуждаем. Бляха-муха, это, кстати, уже конец. Ну-ка. Не хватило чуток, но не страшно. Когда у меня ремонт кратер на станции, я также работаю по 12 часов. Да отвалите вы от меня, что там? Дарят подарки какие-то. Блин, классный реник. Короче, ты не выспался, я поняла. Так, его засосало. Пучину отчаяния. В зыбучую трясину. Что это такое? Ага, появился секретный этот. Так, доступны линии времени Дингодила. Помогите Дингодилу вернуться домой. Кто знает, может он даже повстречает по дороге Крэша и Коко. А, день прошел, да по-обычному дела делала, я сегодня была деловым делопупом, вот, ничего интересного, ничего нового абсолютно, вот к вам пришла, единственное, что я сегодня, знаете, не такая прям, ха-ха, хи-хи, вау, не потому что у меня там настроения нету или я устала, ну вот сегодня я такая, может от лекарства, может нет, хрен его знает. Ах вы, ах ты, ах ты. Нет, блин, жопа. Жопа. О, успела. Так, ну-ка, стоп, тут надо перепрыгнуть. А как? А как? А как эту жизнь забрать? Вот это поворот. Ну, ладно. Чит-чит-чит. Видели, как мастерски умею делать? Да, чат, напоминаю, что у нас аукцион проходит, если кто хочет, может поучаствовать. Условия в чатике. Ить, 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 ить. Так. А, еще напоминаю про нашего спонсора, который у нас, кстати, скоро пропадет. Кстати, что-то нету... Что-то спонсора нету на экране. Так. Пум-пум-пум, источник медиа... Ой, какой бафой. Вот так вот. Переходим по ссылочке, там все дела. Ой-ой-ой. Ага. А-а-а!
Вот крыси. Кек. Там была жизня, жизня! Давайте умрем, умрем. Нам надо умереть. Вы что, жизнью не взять? Чего пропадет? Не стали продлевать? Ну, скорее всего, не продлят, потому что, я так поняла, это раньше они на узнаваемость брали, а сейчас они берут уже на ставки и все такое. У нас, я не знаю, есть ли ставочники, поэтому вряд ли, наверное, продлят. Вот. Не, ну если продлят, хорошо, не продлят, ну тоже нормально, что. Заработала свою копеечку. Да ёб твою налево. Ой. Да блин! Ну, первый раз же получилось, я уже заговариваюсь, все. Раз, два, три, четыре, пять. No! Да! Раз, два, три, четыре, пять. Мне кажется, не надо было этого делать, да? От жизни, охренеть. Ну вы помните, да, чат? Мы не страдаем, мы не проходим на 100%, потому что, ну, моя жопа такого напора не выдержит. Да, мы страдаем и без 100% прохождения. Здорово, Хаски, это новые уровни, да. Ну, в смысле, новые уровни. Четвертая часть. Ты в четвертую часть играл или нет? Да ну, но! Сука. Привет, Ром. Ром, ну как так?
Фу, господи, нервы мои. А чё, куда? Наверх? И чё? Мне кажется, я такие странные выражения лица делаю, когда прыгаю. Это просто жесть. Надо было настроить эту по кнопке, чтобы вебка приближала мое лицо, и тут такое было бы. Я уставший, на 8 только хватает. Ну все, понятно, Рома. Ну так вот и проходит любовь, да? Не, вот этот, который у нас сейчас, это, кажись, не муравьед, а опоссум. Блин, нет, как он? Броненосец, кажется. Да ёб твою налево. Говненосец? Ну, может быть, и говненосец, да. Мне кажется, у меня камера стоит не в удобном месте. Вы не видите, что там впереди, да? Ёп твою налево. Понятно. Он специально блюет, ну как бы вообще там, кстати, там кассета была, а я не могу забрать кассету, да? Меня, если честно, очень сильно сбивает с толку звук блевания. Давай, пропор. Да ёб твою налево. Да... Я просто ненавижу звук рыгания, обливания. Прям вот вообще мне максимально неприятно. Поэтому я на этот звук очень сильно триггерюсь. Тера, это кто? Не, сначала Вера Масапы. Лорен, конечно, тоже нужна.
сначала Верамоса делаем. Огненная фея. Не, огненную фею... Самый последний момент. Вот он блюет, фу, ну кошмар. Не блюй, господи! Мудак! Кайф. Рома! Спасибо большое за 10 евриков. Спасибо за поддержку. Так, Муртви, да? Я тебе, кстати, должна еще одну рулетку. Давай ее сразу сейчас и покрутим. А? Хвостомах, здравствуй. Как тут не взблевануть-то, вообще не говори. Так, прокрутить. Косплей! Да ну, не гони, серьезно. Косплей, а че я могу такого косплейного сделать? А ты пропасть не хочешь, да? А, надо скрыть нажать. Во, все, я протупила. А что, здравствуйте, я тут давно дремлю. Написал-то ты только сейчас. Блин, как жарко. Учительница в очках. Все, отлично, мне нравится. Сейчас очки пойду найду. Так, не то нажала. Чатик, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Да. Добрый день, дети. Вы готовы? Сейчас я буду вас учить, как бомбить. Жесть. Геншин на телефоне привыкнуть пришлось. Дай бог тебе терпение. Так. Ну нет, ну почему? Что там, когда в Геншине сюжетка дойдет до конца уже? В
Извините, Валерчик вырвался. Что-то ему не понравилось. Ля, ты крыса, а? Ты не лис, ты крыса. Да нормально, Серёж, у тебя как? Нервы вот свои трачу на великолепную игру. Кстати, дозатор, ты мне теперь должен оплатить психиатра, я считаю. У нас сегодня целый день такой, знаете, горячий. Очень горячий. Мы сначала в Краше, потом в Бладборне. Прям... Я решила сегодня сделать легкие бомбические упражнения на свою жопу. Так, а по поводу сообщения о хвостомах, я твое прочитала, что, типа, возможно, рейдом не увидели, ну, из-за рейда не увидели! Может быть такое. А может быть, просто я невнимательная, как вариант. Да хватит блевать, ты мразь! Фух, чат, мы дошли, где сохраненочка? Сохранен очка. Где? Господи. Как там говорится, с жару да в полымя? Или как там, да? Как не срачка, так болячка. Как не срачка, так понос. Явно подходит под краш. Панчи, извини, пожалуйста. Почти. Засыпал под Зену королеву воинов у Вукоши на стриме, проснулся под ваши крики, мадам. Ну, это жизнь. Жизнь, она сурова. Как бы... Можете поставить меня вместо будильника? Нормально, нормально. Я уже профессионально. Это было сложно. Так, я вижу сквозь время. Приз получен. Зашибись. Зашибись. Да, буду заменять Баскова. Ах, какая жуть, какая жуть. Что? Который час? О боже, скажите честно. Крэш, Коко, ну же, поцелуйте старушку Купонова. И не надо на меня так смотреть, будто я воздух на свадьбе сотрясаю. Я время, я вижу все в прямом смысле.
И в будущем вас ждут весьма неожиданные происшествия в самом ближайшем будущем. Жуткие происшествия, которые навсегда изменят вашу жизнь. Стой, только не рассказывай, какой смертью каждый из нас погибнет. Что ж, если тебе не интересно услышать о гигантском маскоядном монстре, это твой выбор. Блин, классная бабка озвучила маску, мне нравится. В блядущем будущем, да. Так, мы идем в другую вселенную. О, снежная, класс. Я всегда любила снежные локации. Так, но этого мы потом пройдем. Так, обычный. Обычный, конечно же. На-на-на-на-на. По сути, он не лись, а бандикут. Мелких, средних, наземных, в основном ночных сумчатых, всеядных животных. Но его вроде всегда лисом называли, насколько я помню. Краш Бандикут, ты изгнал меня в прошлое, но этим лишь помог мне спланировать мою месть. Ты найдешь меня высоко в горах, и смотри, не замерзни по дороге. Ого, по-моему, вас связывают давние напряженные отношения. Сколько вы раз говорите, этого клоуна побеждали? 3. Что, правда, всего 3? Занятно, я думал больше. О, так, замедлить время. Прикольно. Ага. Прикольно. Я реально оперной певицей стану. Да ёпты. Угу. Да ну, серьезно? Так, надо... Это вот это же, да? Да. Надо его сделать побольше и поставить вот сюда. Так, а еще свойства. Так, высота нормальная, ширину добавим. То я чуть-чуть неправильно сделала. Ромочка, спасибо большое за еще 5 евриков. Так, морда. Кстати, Жваха, ты мне ответил по поводу ня в конце каждого предложения или нет? Да. Да. Нормально. Все. Ой, я хрен знает где. Да, ня в конце каждого предложения. Да ну, серьезно? Да ну. Лучше нах в конце предложения. Да ну, у меня и так это все хабалкой называют. И быдло. Да ну тебя. А, блин, я не реакция где? Да ну, нет! Пожалуйста, я хочу жить! Ух ты!
А, стой. Да ёперный балет. Дышим. Привет, Луночка! Да какое время? Не поможет нам никакое время! Я попал в клипованный рай. А чё, а как тут? А? Не понял. А как тут? Это так работает, ни хрена себе. Бля, ты крыса.
Ни хрена себе. Воу-воу-воу. Извините. Красиво полетело. Сколько тебе еще гореть в нее? А, так, ну мы в нее играем. О, уже 1:40. Ничего себе, как быстро время пролетело. А, ну, запись стоит на час, ну, на 1.5 часа. Вот, еще 1.5 часа. Чувствую, скоро паленым запахнет или уже. Ну, оно так, частично уже. Да ну. Так, ладно, не. Так не пойдет дело. Еще 2-3 стрима. Та в жопку тебя. Вообще, дайте поиграть во что я хочу. А то вы заказываете и заказываете. Кстати, Ром, ты там не брал эти самые. А, ой, я протупила. Понятно, еще раз протупила. Да. Ты не голосовал ни за какую игру? Или тебе не интересно, не интересен аукцион? Бляха, муха. Чем он? Что-то не совсем понимаю. На него типа запрыгнуть, что ли? На него запрыгнуть и сверху вот там, но я не успею. Ну давайте попробуем, ладно. Не-не-не, не успею. Да ну, я тут... Здравствуйте. Забили, короче, на эту хрень. Фух. Шикарненько. Я наоборот забочусь, чтобы ты ее прошла и забыла. Если бы ты обо мне заботился, ты мне психиатра проплатил еще, блин, в первый раз после прохождения ее. Ля ты крыса. Нормально, сегодня скриншотов поделают нормально. Да, Жвах, только кидай в раздел скрины со стрима, чтобы они не потерялись, а то ж там зафлудят все. Ха-ха-ха!
Что это? А, ни хрена себе! Нормально, красотка я. Красотка я, красотка вы. Вау. Может, уже закончим нервотрепку? Так у нас заказ на 3 часа. Да чё, он чату весело. Да ёб твою ляху за ногу! Ёб твою мать! Встань ты ровно! Чё-то всегда весело, они, наверное, под чем-то. Но это же хорошо, когда всегда весело, нет? Ух ты. А, ой. Да блин. А чё тут? А, понял. Спасибо за фоллоу! Леон Макс, спасибо за фоллоу, добро пожаловать! Тайминг. Я, кстати, в прошлых частях что-то не помню, чтоб я так пела. Есть. На жопке шерсть. И теперь на фоллоу поставить вот эту, да, озвучку. Хотя мне кажется, люди будут фолловиться и охренеют. Они не поймут прикола. Thank you.
Нормально. Я видела, там несколько дощечек идет подряд. Вон они идут. Я на них пойду сейчас. Я сейчас в кобру превращусь. Буду змеюкой такой. Я поняла, это крик отчаяния, знаете, потому что я прыгаю, я вижу, что я сейчас умру, и у меня как в замедленном действии все. Ты, какая водичка, ты видишь, я занята, Ваня. Ваше здоровье. А, не знаю, Ерихон, не знаю, что за этот самый, за видос, первый раз слышу. Блин, чуть-чуть задело. Ну ладно. У меня маска двойная еще и вдобавок. Нормально. Ну, не, ладно, не страшно. Это было сложно. У меня уже горло болит. Оперной певицей скоро стану, блин. Хорошо, Ерихош, ну ты лучше в Дискорд, наверное, кидаешь. Опа, на чатик. Нам прислали 20 кодов на образе Токмао с изумрудной цветовой схемой. Опа-на, опа-ча, а Токмао это что-то новенькое, да? Токмао. Блин, красивый, кстати. Ну, Кугмао, да, на Кугмао, но он называется Токмао. Это новые скины, я так поняла. Из укротителей, что ли.
20-секундное видео, ну давай глянем. Подушите мою жопу! За что? За что, и потом добавлю это, наверное, эту войс этот. Забалы канала. Эй, блин. Так, куда мы идем? Сюда в бок? Нет, записи с воспоминаниями не хочу. Записи не хочу. Или записи надо проходить? Дазик, ты знаешь? О, это я, да. Фу, сопли в себя. Ну, камон. Ой! Вот это поворот! Ло! Да ну! Давай, Рихош. Ух ты, ля... Блин, я от шока, аж упала. Жадность фрая разгубила. Ладно, не пойду за тем сундуком. Бесишь меня! Cooking about. Cooking about, ёпта. Cooking about. Я, конечно, видела, что они падают, но думала, на них можно стоять, но ладно. Ну, тут надо, типа, выбрать, куда идти. Тут, типа, тупик, а тут смертельная дорога. Ну, идемте в тупик. Это я зря такое сделала, поняла. О, здрасте. Ага, поняла.
А как тут проезжать? Тут есть ускор какой-то или что? Кейк, здравствуй. А, замедлять надо. Да ну там же дырочка! Дырочка есть! Ой, бомбит у меня, очень сильно у меня бомбит. Ой, как сильно бомбит. Дырочка, Варьер, у тебя есть несколько даже. Не то. Я путаюсь в кнопках, блин. Нормально, что-то понажимала и норм вышла. Я видела, что там есть сундуки, чат, но мне лучше их... Мне лучше туда не прыгать, потому что я умру там. Я трезво оцениваю свои способности. Что я там, ну, умру просто ради коробки и ради маски. Это такое себе! Оп, хорошо. Бывает. Да ну, подстава! Бывает. Чат, я просто... Я молчу, потому что я пытаюсь дышать. Мне сложно это делать.
Да ну, серьезно? Лол, ну ладно. Подъехала куда не надо. Так, спинку ровнее, да? На ультразвук переходим. Ой, привет, First, привет, Favor. Ска, да. Ой, блин, время! Я забыла. Привет, привет, Ферст. Да ну ты нахрен не умеешь тормозить. Да в смысле? Я была хрен знает где. Жесть. Так, у нас косплей закончен. Фейвор, наша ничего, отлично, ваша как? Наша тут бомбит, ему горячо. Господи, за сколько попыток я это пройду, интересно. Как вот это внизу? Mm-hmm.
Сосац! Ну блин, как-то это нечестно. Это было очень потно. Еще дофармить очков гильды немного и купить суперангел Мона, и он 40-го будет. Это вообще отлично. Жалко, ты ивент пропустил, там был гильдейский, очень много давали этих медалей. Я тоже бомблю на свой интернет, особенно в период с 7 до 10 вечера, потому что они там улучшают, а я страдаю, лагает, что пипец. Приготовил картошечку жареную с салатиком, поел его, думаю, чем заняться. Вот подлюка, а. Я тоже кушать хочу вообще-то. Да ну, блин, промазала по кнопке, серьезно? Ай-яй-яй, я думал, я успею. Было бы прикольно, если бы они тут сделали, типа, если стоишь долго, то замерзаешь. Вот этот я не смогу забрать. Хотя, не, ну можем... Лучше бы не трогала.
Подождите, стоп. Ладно, оно того стоит. ПВП, как я поняла, нужны определенные персонажи. Я тоже в ПВП насасу. Кстати, смотри, алкашек, еще знаешь, что сделаем? И Мазилыч, если вы меня слышите. Короче, зачастую, ну, типа, есть те, которые статкодрочеры, да, которые, ну, они у нас зачастую уже просто все нафармили, вот. Ставите слабую защиту, чтобы у вас там пробивали ее абсолютно все, там, однозвездочного первого уровня чувака какого-нибудь ставите, вот. И, соответственно, и, и вам попадаются только слабые. И вы фармите медали. За эти вот медали нужно там прокачивать вот эти всякие там штуки, помимо того, что там девилмоны эти есть, там еще башни там на атаку, защиту и вот эти вот всякие статы, их надо тоже все прокачать. Вот, поэтому я вон до сих пор так и фармлю медали. Муха. Ты что ты там делаешь, козёл? Да ну тебя нахрен. Дазик, я тебя ненавижу. Блин, я хочу свою любимую булочку с цинабоном заказать, у меня денег нет, что делать? Только сейчас посидела, подумала, блин, хочу булку. Да блядская ты херня!
А, да? Охренеть. О, как мне этого не хватало! Чего тебе не хватало, пирюлей? Так, чатик, кого нет у нас в Дискорде, подписываемся на Дискордик. Чтоб не потеряться. А вот это я зря сделала, да, походу? Блин, что-то я даже не прыгнула на него. Че твои писюльки? Кушать хочу, кстати. Время, времечко, Элечка, времусик. Мы, кстати, я, наверное, пойду это покушаю между Крашем и Бладборном. То что я вроде ела, но все равно хочу кушать. Блин, да чё ж я не допрыгиваю, лол. Ну-ка, а давайте сейчас попробуем просто пробежаться, не трогая вот эту штуку. А, наверху нельзя. Наверху пропадает штука. Поняла. Перед Бладборном подкрепись, охота будет долгой. Ой, жесть. Блин, ну как же ж я так прыгнула с первого раза, что у меня прошло все. А может, блин, стоп, спрыгнули. Может, тут надо не так на себя насильничать и в дырочку попадать, а может, надо просто остановить время и за это время, пока оно появляется, быстро перепрыгнуть, как вариант. Угу. Так. Блин, я лошара, сейчас. Угу. Собака. Да ну он меня задело, лол. А, ну задела последний квадрат. Это кто мне денег закинул? Признавайтесь. Из всех частей больше нравятся гонки. Ну, гонки тоже хороши. Но меня с гонок очень сильно подпекает, особенно если уровни с гонкой. Это жопа!
Так, ну-ка. Я неправильно сделала, мне же назад еще возвращаться надо. Ай, ладно, пошли так. Одну жизнь просто не забрали. Тоже бывает. Ой, Мишка, мы сейчас на Мишке будем кататься. Класс. Блин. На булку спасибо. Только там вроде не хватит, но все равно спасибо. Да блин! Хочешь, блин? Чего, да? Блять! На еще одну булку, что ли? Сука! Спасибо! Спасибо большое! Я обязательно куплю себе булку. Булка. Я буду сидеть, плакать и есть свою булку, свои булки. С корицей вкуснючей. Да ну, а, ее надо перепрыгивать, блин. Как продвигается покорение мультивселенной Крэшика? Сложно. Жопа горит так, что просто жесть. Блин, а каждый раз надо начинать сначала. Да ну нахрен. Я думала, я перед финалом умерла. Я уже хотела здесь проклясть все, что только можно и нельзя.
Ты будешь есть свои булки? Ты что там? Нет, я не каннибал. Я просто хочу булки с корицей. Фу, блин, жестко. Здорово, Глюшок. Битва с боссом, да, сейчас будет? С пеканом? А что за пекан? Crash Bandicoot, я ждал тебя. Прямо как в старые добрые времена, разве что на этот раз все пройдет ровно по моему плану. Я внес кое-какие улучшения в свой дирижабль. Блин, я не помню, как с ним сражаться. Сколько у нас жизней? Уже на одну меньше. Блин, подальше бы отвести. Ой, это что такое? Ух ты! Ух ты, щит, бич, мазафака! Блин, точно, я ж могу время замедлять, спасибо. Да ну! А можно ставку поставить, модераторы? Пройду я за 15 жизней или нет? Забываю все время про эту вторую. Вы шо, неадекватные? Вы шо, неадекватные? Да это даже с остановкой времени не пройти!
Блять! Я не могу столько кнопок одновременно нажимать! Да я как будто специально туда прыгаю, это пиздец какой-то. Нагиус, я за эти 29 минут стану седой. Crash Bandicoot. I've made a few upgrades to my blimp. Rain of giant deadly missiles. Hotspot Mark II, deploy. Fun fact. Punchbot Mark II is one better at punching. Ow! Punchbot Mark Чатик, у кого есть плойка? Not me. Let's try this one. Да. То есть мне еще две фазы надо пройти, а я третью не могу пройти фазу. Crash Bandicoot, it's about time. This is going to be just like the old days.
Except I've made a few upgrades to my blimp. Во, у нас у лошадки точно есть Сонька. И она играет в Bloodborne, но она на работе. Punching you, not me. Let's try this one. Да ну! Лошара, лошара, лошара. Я же нажала второй раз! Время! А почему теперь оно не нажимается второй раз подряд? Чё за прикол? Я же жала, да. Crash Bandic, I've made a few upgrades to my blimp. Rain of giant deadly missiles. Mark two, deploy! Punchbot Mark two is one better at... Ow! Punchbot Mark two is for punching you, not me! Let's try this one. Is my own design. Do you like it? На меня похоже, да? Бля. О! Bandicoot, smash in its head.
I wonder what happens if I hit all the buttons at once. Блядь, да ну, вы чё, блядь? Вы что, неадекватные нахер? Ебать, ебать, это что такое? Вы что, неадекватные? Дасик, я не знаю, с тебя бутылка водяры. Я после этого обязана нажраться. Пипец. А как красные вихри проходить? А это уже финал, Дазик, или нет? Так ты ж прошел игру вроде, не? Punchbot Mark 2 is for punching you, not me. Let's try this one. Может, пригинаться надо, действительно. Не увидела вихрь. Не бей ты геймпад, а что мне бить? Кого мне бить? Кого бить тогда? Дазика, за заказ? Я буду доджить на гусе? Себя бей? Не, я себя люблю, зачем мне себя бить? Let's try this one. Поздно среагировала.
Да ну, прям на это напрыгнула. Я почему-то не вижу фиолетовые смерчи, которые посередине идут. Я не знаю, что у меня с глазами. Так, как там пригинаться? Пригинаться как? Как пригинаться? Пригинаться? Пригинаться как? Как, блядь, пригинаться? Сука! Crash Bandicoot. It's about time. I've made a few upgrades to my blimp. Ты смотри не на те, что возле тебя, а на те, что будут выходить. Я смотрю, но я же говорю, посерединке я почему-то их не вижу. Не знаю, они у меня там теряются почему-то. Punchbot Mark II, deploy! Fun fact. Привет, Нефидер. Ау! Punchbot Mark II is for punching you, not me. Let's try this one. Кто там? Самурайчик, спасибо за рейд. Здравствуйте. У нас тут просто очень сложный бой, я сконцентрирована. Right, the anti-marsupial missile is my own design. Привет, Авентес. Да это прикол какой-то. У меня уже руки все потные, не могу. Капец. Crash Band, I've made a few upgrades to my blimp. Пора вызывать лошадку с бутылкой, это да. Giant deadly missiles. Ow! Punchbot Mark II is for punching you, not me. Let's try this one.
Первые две фазы я легко прохожу, а вот с третьей проблемы, а четвертая вообще какая-то непроходимая для меня. Well, if you won't play fair, then neither will I. Oops, did I do that? Kill the bandicoot, crush the bandicoot, smash in its head. I wonder what happens if I hit all the buttons at once. Feel the wrath of Cortex! Блин, не пригнулась. Я была так близка! Вот опять я фиолетовый не увидела вообще! Еще пара десятков попыток, и будешь отскакивать от зубов весь уровень, да. Привет, Сарус. Сейчас еще на первом умру. Вот это будет вообще. Mark two, deploy! Punchbot Mark two is one. Еще 7 минут. Но, типа, я на самом деле этого босса надо пройти. Возможно, он последний в этой игре. Масилыч, ты можешь глянуть, он последний или нет? Интересно. Кстати, появился Конан, ничего себе. What happens if I hit all the buttons at once? Feel the wrath of Cortex! Да блин, пригнулась же, пригнулась!
Там еще куча боссов? Блин, ладно, поняла. I've made a few upgrades to my blimp. Rain of giant deadly missiles. Hunchbot Mark II, deploy. Fun fact. Hunchbot Mark II is one better at punching than... Ow! Hunchbot Mark II is for punching you, not me! Let's try this one. Привет, Кромик. Ой. Но он уже не прыгает даже. Мне нельзя посредине стоять. У меня посредине вообще не получается. Да, я фиолетовую вообще не вижу. Не знаю, я дальтоник, может? Спокойствие, только спокойствие, ага. Hunchbot Mark II is for punching you, not me. Да, я думаю, нормально будет просто босса уже пройти, чтобы в следующий раз я не сидела, не вспоминала. Do that?
Kill the bandicoot, crush the bandicoot, smash in its head. I wonder what happens if I hit all the buttons at once. Feel the wrath of Cortex. Давай, Эля, ты сможешь! Ты сможешь! Меня первый раз убил этот ракетой. Не, на центр туда вообще нельзя идти. Туда нельзя идти, потому что это, забейте, там что-то ракета очень дохренища. Они там не дают никак бегать. Привет, Джокер. Не совсем по моим шагам. Я сначала тоже подумала, что по шагам падают. Еще в идеале до последней фазы дойти, чтобы у тебя были все эти самые... Все жизни. Да ну, меня ракетами начало убивать. Вот это поворот. Сглазило, что ли? If I hit all the buttons at once, feel the wrath of Cortex.
Кстати, я там умерла на самом-то деле, ну ладно. Я просто такая, типа, победила, а потом замерла, не могу понять, я умерла или победила. Ответь мне, Крэш, неужели мы обречены повторять одно и то же? И что, ничего другого не ждать? Ты просто красавчик, ты просто красавчик, молодец, брат, молодец, брат. Я знал, что ты не сможешь выполнить даже эту простейшую задачу. Валяй, злорадствуй, я ухожу. Если понадоблюсь, я буду на каком-нибудь тропическом острове, один. Как удачно, я, видишь ли, в тебе больше не нуждаюсь. Я подыскал себе нового союзника и новый план. Ты строил планы за моей спиной? Разумеется, потенциал генератора раскола намного превосходит скудные возможности твоего воображения. Ты довольствовался бы господством над временем и пространством, я же хочу начать с чистого листа, стереть реальность. Я собираюсь обнулить линию времени и перестроить ее по-своему. Привет, Микрош. В ней я стану богом, а это значит, что тебя в ней вообще не будет, как и этих глупых масок, и этих вечно путающих под ногами сумчатых. Меня вычеркнет из реальности этот самодовольный павлин. Пусть попробуют, когда я засуну этот камертон ему в самую... Не засунешь, если мы доберемся до него первыми. Похоже, у нас появился общий враг. Возможно, из нашего замкнутого круга вражды все-таки есть выход. Кик. Фух, все. Все. У меня пальчики уже болят. Я не знаю, как сейчас Bloodborne будем играть на самом-то деле. Ибо я очень устали пальчики. Измерение Египуса. 88 миллионов лет до бандикутовской эры. Прикольно. Так, ладно, чат, с Бандикутом на сегодня прощаемся, надеюсь, вам понравилось. Мы идем страдать дальше в Bloodborne. Угу.